Тем временем 500 тысяч рублей заплатит курганское предприятие за свалку биологических отходов. Трупы коров сотрудники не утилизировали по всем правилам, а выбросили на поле в Елутеровском районе. Земельный участок осмотрели специалисты управления Россельхознадзора. Нарушителей выявили по номерам, которые были на животных. Общество с ограниченной ответственностью Тюменские молочные фермы заключили договор на утилизацию биологических отходов с обществом с ограниченной ответственностью «Утилит-сервис». Трупы животных были отгружены в утилит-сервис, что подтверждается информацией из информационной системы «Меркурий». Обязанности по утилизации биологических отходов предприятие не выполнило.